Азовская, Степановка первая. Сегодня такие классные волны. Не смешно. Просто пятка больная, так на камешек, так просто адская боль. Немножко вам моря. Вау! Разлетаются волны. Да еще камни их сдерживают, эти волны. Не было бы камней, так вообще тут залило, может, весь пляж. Это наша палаточка маленькая. Сегодня такое море голубое вдалеке, у берега серенькое, ну и песок тут и скаламученное, а вдалеке такое голубенькое. Люди тут есть, но они сейчас разошлись, потому что была жара и где-то в час уже начали расходиться. Ну немного людей, все равно тут очень пустынно. В сравнении с другими пляжами, курортами. Одела стринги, чтобы попа загорела, но я в трусах бегаю, так белая еще. Нам еще осталось, сейчас скажу сколько, 6 суток быть здесь. Мы только 2 суток, как на море. Ну все, так немножко показала вам море в ленту, как пишут.